Добрый день, вас приветствует доктор Дэвид Хибер. С возрастом кожа стареет и появляются морщины. Воздействие солнца, курение, загрязнение окружающей среды, плохое питание и избыток жира в организме – все это увеличивает скорость старения кожи. По мере потери двух белков, коллагена и эластина, кожа теряет эластичность, что приводит к появлению морщин. Ежедневное очищение, увлажнение и тонизирование кожи с использованием кремов и лосьонов, обеспечивающих защиту от солнца, по крайней мере SPF 30, и использование солнцезащитных кремов поможет уменьшить появление морщин, возникающих от пребывания на солнце. Вы можете также принимать коллагеновую добавку, изготовленную из гидролизованного коллагена, который обеспечит вас специальными аминокислотами для поддержания коллагена кожи, чтобы уменьшить морщины. Получение нужного количества белка при каждом приеме пищи и после тренировки, наряду со сбалансированным питанием и здоровым активным образом жизни, может помочь поддержать здоровое старение вашей кожи. В следующий раз я расскажу о старении мышц, так что следите за новостями.